Рано утром 28 октября 1917 года юнкерам удалось выбить большевиков из Кремля. Но через несколько часов к красногвардейцам подошло подкрепление из подмосковных городов, и в 9 вечера большевики снова начали обстрел. В связи с недостатком военной силы, 2 ноября руководитель Комитета общественной безопасности полковник Константин Рябцев принял решение о капитуляции. Юнкера, офицеры и студенты были вынуждены разоружиться.